Добрый день, в эфире 12 канала новости. В студии Никита Гайдаши. Коротко о главных темах. Приоритеты молодежной политики на годы вперед. О чем заявил Александр Бурков после участия в заседании Госсовета под председательством президента страны. Оплата по частям в России все популярнее. Расскажем, как не попасть в долговую яму при оформлении рассрочки в магазинах. Лесной заповедник посреди мегаполиса для прогулок, занятий спортом и творчеством. Эксперты представили концепцию преображения парка 300-летия Омска. И заклюют ли ястребы тигров? «Авангард» открывает предновогоднюю домашнюю серию матчем с хабаровским «Амуром». Оценим расстановку сил. Президент Владимир Путин обозначил приоритеты работы с юношами и девушками на ближайшие несколько лет. Они будут учитываться и при реализации молодежной политики в нашем регионе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Александр Бурков. Губернатор Омской области принял участие в заседании Госсовета. Оно было посвящено реализации молодежной политики в современных условиях. В своем выступлении глава государства заявил, что необходимо формировать условия для раскрытия потенциала молодых людей и девушек, при этом без формализма и казенщины. Александр Бурков отметил, что в регионе уже многое делается в этом направлении. Ключевая задача — обеспечить... Так, учитывая интересы современной молодежи, их увлечения, запрос на досуговые развлечения, мы внедрили новый формат мероприятий, посвященных памятным датам и государственным праздникам России – физкультурно-спортивные фестивали. Парни и девушки охотно участвовали в них. Мы ведем активную работу по созданию необходимых условий для самореализации молодежи. Например, этой осенью в Омске открыли школу креативных индустрий. В ней ребята могут бесплатно заниматься цифровым творчеством. Вызовы последнего времени – пандемия, специальные военная операция, восстановление присоединенных к России территорий сделали добровольческое движение популярным в молодежной среде. На сегодняшний день волонтерство охватывает большинство сфер нашей жизни: спорт, здравоохранение, социальную защиту, культуру, образование, экологию. В Омской области уже насчитывается порядка 300 тысяч человек, вовлеченных в добровольческую деятельность. На следующей неделе Александр Бурков в прямом эфире обсудит актуальные проблемы региона и ответит на вопросы омичей. 27 декабря смотрите программу «Диалог с губернатором». Трансляция будет доступна сразу на 4 площадках. На 12 канале, на России-24, а также на радио Монте-Карло-Омск и радио России. Посмотреть ее можно будет и в наших социальных сетях, во ВКонтакте, на YouTube-канале, а также впервые в нашем Телеграме. Отметим, что задать свой вопрос можно по электронной почте omsk.burkovu@mail.com. Кроме того, во время прямого эфира традиционно будет работать колл-центр. Обращения принимаются и на нашем сайте. Для этого необходимо кликнуть на баннер и воспользоваться предложенной формой. К ней же можно прикрепить и видеовопрос. Все обращения мы передадим в правительство Омской области. Россиянам стали чаще предлагать оплатить товары в рассрочку. Число магазинов, предоставляющих такую услугу, увеличилось в 9 раз. И это не только маркетплейсы. Компании предлагают оплату по частям через BNPL-сервисы. Но не все сразу могут рассчитать свои финансовые возможности и влезают в кредиты. К новогодним праздникам в рассрочку чаще всего приобретают электронику и бытовую технику. Самыми востребованными категориями стали смартфоны, наушники и роботы-пылесосы. Как не попасть в долговую яму и на что стоит обратить внимание, оформляя рассрочку, узнала Наталья Змага. «Пользуйся сейчас, плати потом». Этот слоган традиционно магически действует на покупателей перед новогодними праздниками. По последним данным, каждый седьмой россиянин встретит 2023 год в долгах. В декабре рассрочку предлагают все больше магазинов. Конечно, берем рассрочку. Берем, конечно. Вот мы взяли диван. Я пенсию буду туда перечислять. И жена пенсию будет перечислять. За 3 месяца рассчитаемся. Возможность оплаты по частям распространяется на разные категории товаров, за редким исключением. Например, так нельзя купить лекарства. В топе подарков вот уже несколько лет подряд смартфоны. Всевозможные гаджеты кладут под елку детям, родителям и возлюбленным. В порыве чувств сэкономить сложно, но можно. Перед праздниками россияне чаще берут товар в рассрочку. Декабрь – это в любом случае увеличение трафика клиентов, и, соответственно, с ним увеличивается и оборот магазина. Рассрочка, она всегда была предпочтительной для клиента, потому что она идет с различными акциями в совокупности. Иногда под рассрочку маскируется обычный кредит с переплатой, поэтому нужно обязательно внимательно прочесть все документы. Во-первых, изучить, с кем конкретно заключается договор. Это может быть банк, микрофинансовая организация или магазин. Во-вторых, ознакомиться с таблицей, в которой прописаны размер ставки, льготный период, если такой имеется, и условия возврата товара. От любых дополнительных услуг можно отказаться и вернуть деньги в полном объеме. Для этого есть 14 дней. Этот так называемый период охлаждения предусмотрен законом, и он как раз защищает людей от невнимательности или от каких-то необдуманных, спонтанных покупок. Если же погасить рассрочку досрочно, можно даже сэкономить, объясняют финансисты. Давайте покажу на примере, как это работает. Допустим, мы покупаем там какой-то товар за 100 тысяч рублей, да? При этом фактически банк дает нам не 100 тысяч рублей, а 90, допустим, там тысяч рублей и плюс проценты, которые по факту составят эти самые 100 тысяч, которые мы будем выплачивать, например, в течение года. Но продавец дает скидку на вот эти проценты как раз банку. Но есть такой лайфхак, да, что если мы взяли в рассрочку и там на следующий день мы погасим эту рассрочку банку, то мы по факту получим вот эту скидку, которую дает продавец банку. Работает эта схема, правда, только в том случае, если у вас точно есть средства на погашение рассрочки. К сожалению, финансовой грамотности в школах не обучают, и от незнания люди попадают в сложные ситуации. Кредиты накапливаются, как снежный ком. Рекламные уловки «только сегодня, только сейчас» тешат внутреннего ребенка взрослых. Люди, не осознавая опасности спонтанных покупок, тратят деньги из своего же будущего. Когда человек начинает жить в кредит, у него мышление, оно опускается сразу на уровень в минус. И когда он отдает, а этот минус уже есть, он как бы этими деньгами уже воспользовался, и он их считал даже своими. И в следующий раз для него, почему плюс-минус там взять 50 тысяч, еще меньше. Поэтому не стоит работать, не стоит играть со своей психологией вот так вот, а именно накопить. Психологи советуют перед решением оформить рассрочку или кредит взять паузу как минимум на неделю. Когда эмоции спадут, человек осознает актуальность покупки. Тем более, что в предновогодней суете многие забывают, что январская зарплата может быть и меньше, чем в среднем за год, а долги уходящего года обязательно перекочуют в новый. Наталья Змага, Любовь Федорова, Виктор Асинцев, Сергей Никифоров, 12 канал. Амичи в Москве поделились опытом помощи участникам СВО. О том, какая поддержка была оказана бойцам, рассказали представители партии «Коммунисты России» от нашего региона. Выступление прошло на заседании, посвященном столетию образования СССР. Помимо организационных, были подняты вопросы о текущей обстановке в стране. В том числе участники обсудили обеспечение мобилизованных и военных всем необходимым. Что было предпринято в Омске, сообщил депутат областного заксобрания Владимир Казанин. Напомню, в прошлом месяце мобилизованным в Черемушке доставили дополнительные генераторы и медикаменты, спальники, а также предметы одежды и экипировки. Вот мы поехали с Сергеем Александровичем Маленковичем, здесь у нас в учебный центр, туда отвезли генераторы с гуманитарщиками и так далее. Вот, и решили практические проблемы. Вот этим надо заниматься партийным нашим структурам, а не теоретизировать там о чем-то, не знаю, отвлеченном, там, штудируя там огромные томы. Надо вот сейчас к людям ближе. Вот об этом я и говорил. В Омске сегодня начинают действовать ограничения на продажу алкоголя. Это связано с проведением новогодних мероприятий. Запрет будет действовать за 2 часа до начала торжества, во время него и 2 часа после. По правилам, торговлю спиртными напитками нельзя организовывать в радиусе 50 метров от площадки, где проходит праздник. И уже есть список таких территорий. Это пространство перед Омским цирком. Там сегодня откроют главную городскую елку. Начало в 16 часов. И там же состоится предновогоднее и рождественские представления 28 и 29 декабря с 14 до 15:00, а также 7 января с 11 утра и до полудня. Ограничат продажу алкоголя и в сквере имени Дзержинского. На 25 декабря запланирована программа «Зимней забавушки», а 30 декабря возле лыжного центра на Березовой пройдут гонки на призы Деда Мороза. Первый предновогодний домашний матч. Сегодня «Авангард» начнет серию на G-Drive-арене. Соперник – хабаровский «Амур», с которым ястребы уже встречались. 13 октября на домашней площадке «Авангард» обыграл дальневосточных «Тигров» 4-1. Тот матч был первым для Михаила Кравца в качестве наставника нашей команды. На данный момент хабаровчане располагаются на 8-й строчке «Востока». В прошлом турнире «Амур» разгромил «Салават» 5-1 в гостях и сумел вытеснить «Борыс» из кубковой восьмерки «Востока». Каким получится новое противостояние ястребов и тигров, зрители 12 канала увидят в прямом эфире. Начало трансляции, как обычно, в 19:20. Настоящий подарок ждет омичей в канун Нового года. Не успела отгреметь на арене Омского цирка программа «Бурлеск», как Гия Радзе представляет еще один новый, не менее зрелищный проект. Тайна новогодней звезды погрузит омичей в чудесный и волшебный сказочный мир. Подробности в нашем материале. С первых минут сюжет нового удивительного шоу «Тайна новогодней звезды» создает атмосферу чуда и волшебства, волнующих приключений и настоящей зимней сказки, погружая зрителя в увлекательную историю противостояния добра и зла, в центре которой оказывается один из главных символов праздника – волшебная новогодняя звезда, которую в гневе разбивает злая колдунья. Найти и собрать воедино разлетевшиеся по всему миру волшебные осколки предстоит героям сказки. Помогать им в захватывающем путешествии будет множество фантастических животных: зебры, ламы, лемуры, обезьяны, гиббоны, дикобразы, страусы, а также уникальные арабские скакуны. Три лошадки, которые исполняют единовременно на манеже определенные трюки из свободы. Есть такой жанр в цирке — свобода лошадей. Поэтому вы сами все увидите, приходите, они очень изящные. То есть эти лошадки, эта порода, изящные ножки, хвостик. То есть они по-другому выглядят, чем обычные лошади. Уникальный проект «Тайна новогодней звезды» от легендарного королевского цирка Гии Радзе и Российской государственной цирковой компании соединил в себе неимоверные спецэффекты, профессиональное световое оформление, авторскую музыку, эксклюзивные костюмы, масштабные декорации и реквизит. Ну и, конечно же, само профессиональное цирковое искусство, которое создает на манеже невероятную сказочную атмосферу. В новогоднее волшебство поверят не только дети, но и взрослые. Мы, как и все люди, наверное, в этот новогодний период хотим поверить в чудеса, да, и мы постараемся зрителю донести свою историю, чтобы дети и взрослые все погрузились в это волшебство и как-то на чуточку даже стали детьми, да, и все прожили нашу историю. Когда все осколки звезды будут собраны воедино, засияет новогодняя елка, озарится волшебными огоньками и грянет настоящий новогодний бал, куда прибудут и Дед Мороз, и Снегурочка, чтобы поздравить всех с новым 2023 годом прямо с циркового манежа. Отметим, что именно «Тайна новогодней звезды» Гии Радзе в Омском цирке получила статус главного городского новогоднего шоу региона. А на площади перед цирком будет установлена главная елка Омска, торжественное открытие которой состоится прямо перед премьерой. Гастроли продлятся с 23 декабря по 15 января. В Омске вновь зажжется автоелка. В преддверии Нового года водителям предлагают присоединиться к одному из самых эффектных праздничных флешмобов. Все, что нужно – машина и хорошее настроение. Правила акции не изменились. Каждый автолюбитель занимает определенное место и становится своеобразной веткой большого дерева. Кстати, в 2020-м омская автоелка стала самой большой в Сибири. Ее сформировали более чем из 300 машин. Ну а по стране рекордсменом остается Санкт-Петербург. Там в 2017-м во флешмобе поучаствовали 6 сотен автомобилей. Желающим стать частью автоелки предлагают приехать в поселок Ребровка в эту субботу к 15 часам. По желанию можно украсить свое авто. Самых креативных ждут призы. Далее прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях: ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. Автосалон «Автобан». Выбери свой проверенный автомобиль с пробегом. Коммунальная 2, корпус 1. Именно так в эти дни звучат АЗС Топлайн. Потому что настроение новогоднее. С 31 октября по 22 декабря заправьтесь от 30 литров топлива с использованием мобильного приложения Топлайн и участвуйте в розыгрыше призов. Среди главных сертификаты в санатории и, конечно, топливо. Новогоднее настроение от сети АЗС Топлайн. Подведение итогов акции «Новогоднее настроение» слушайте 23 декабря в 18:30 в эфире Радио Максимум Омск, а также смотрите в группе 12 канала ВКонтакте. С 23 декабря впервые в Омском цирке волшебное шоу Гии Радзе «Тайна новогодней звезды». Телефон 34 36 36, категория 0+. Информационный партнер 12 канал и Радио Монте-Карло Омск. АОЦКБА ведет набор в группу на обучение по профессии. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Телефон 53 80 36. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Если радио, то максимум. 105 FM в Омске. В нашем городе презентовали первоначальный вариант концепции благоустройства парка 300-летия Омска. Напомню, проект разрабатывают московские эксперты, авторы столичного «Зарядья» при поддержке компании «Эталон». В ближайшее время концепция появится в открытом доступе. Пока вариант не окончательный, и омичи еще смогут внести свои предложения. Как предлагают изменить парк? Подробности в нашем сюжете. Это презентация предварительной концепции масштабного преображения парка 300-летия Омска. Сохранить вид заповедника, при этом создать функциональное и комфортное для мечей пространство – такую задачу ставят перед собой авторы. Ценность парка – лес, который сохранят на 100%. Более того, зелени станет больше, а вид заповедника подчеркнет парковая мебель из дерева. У нас есть все равно возможность сажать другие деревья. Есть несколько зон, где это было бы логично сделать. Места стыковки парка с окружением. Территорию парка в 46 гектаров поделят на зоны. Спортивную, с футбольным полем, теннисным кортом, площадкой для воркаута, вело- и лыжными трассами. Семейную, с детскими прогулочными маршрутами и ландшафтными тропами. И образовательную, в так называемой лесной мастерской дети будут заниматься творчеством. В разработке концепции участвовали омичи, архитекторы, студенты ОМГТУ и Сибади. Было очень интересно поучаствовать в разработке концепции парка, так как я горожанин своего города, поэтому для меня это очень важно, чтобы мой город процветал, становился лучше. Совсем скоро концепция появится в открытом доступе на сайте Парк 300 РФ. Здесь омичи смогут оставить свои предложения. Окончательный вариант проекта будет готов в феврале. Его разрабатывают эксперты из столицы, авторы концепции парка «Зарядье» при поддержке группы «Эталон». Федеральный девелопер, занимающийся возведением микрорайона «Зелёная река», уделяет много внимания и созданию комфортной городской среды. И продажи жилья в новом микрорайоне показали. Омск оправдывает надежды инвесторов. По итогам третьего квартала уже видно, что каждая третья сделка «Эталона» проходит в регионах. И Омск лидирует среди всех городов. Особенно нашим мечам понравились двухкомнатные квартиры с просторной кухней. В начале будущего года мы выводим в продажу новый корпус жилого квартала. И там будут нестандартные квартиры, например, квартиры с отдельным входом. И такие квартиры доступны жителям города благодаря господдержке. По информации компании «Эталон», 90% омичей сейчас покупают жилье по программам льготного ипотечного кредитования. Любовь Федорова и Сергей Гаврилов, 12 канал. Лучшие пчеловоды страны привезли в Омск на ярмарку меда несколько десятков отборных сортов янтарного лакомства. Тем, кто хочет поддержать иммунитет, подойдут целебные сорта. О разнообразии чаепития сладкоежкам помогут десертные с добавлением фруктов и ягод. Для всех покупателей действует акция. При покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Подробности в нашем следующем материале. Не просто натуральный продукт, а еще и источник важнейших витаминов, минералов и аминокислот. Все это о меде. Янтарное лакомство не только порадует природной пользой, став альтернативой сахару на вашем чаепитии, но и удивит неповторимым вкусом. Еще одно важное преимущество меда – его целебные свойства. Привезли пчеловоды в Омске один из самых ценных сортов – мед диких пчел. Уникальный экологически чистый продукт. Особым спросом, конечно же, пользуется мед диких пчел. Он добывается старым дедовским способом и содержит в себе всю полезную пчелопродукцию. Это сладкое лакомство станет источником силы, здоровья и крепкого иммунитета. На ярмарке вы сможете попробовать не только вкусный мед, но и полезную пчелопродукцию – пергу, маточное молочко. Опытные пчеловоды уверены, много меда не бывает, и поэтому подготовили для омичей приятный сюрприз для каждого покупателя. На ярмарке действует акция. При покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Попробовать и выбрать полезное лакомство на любой вкус можно сразу на двух площадках. Выставка продажа меда проводится с 22 по 26 декабря в торговом доме «Корона», остановка ДК имени Баранова, а также в ДК имени Малунцева. Спонсор прогноза погоды – муниципальное унитарное предприятие города Омска «Муниципальные рынки». Центральный рынок на Гусарова, 33. Итак, завтра, 24 декабря, в Омске переменная облачность. Температура воздуха в ночные часы до минус 7, днем до 6 градусов холода. В районах облачно, небольшой снег. Ночью 9 градусов со знаком минус. Дневная температура – минус 2, минус 4. Ветер юго-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 761 миллиметр ртутного столба. С пятницы по воскресенье масштабная губернская ярмарка на центральном рынке. Укрась свой новогодний стол свежим мясом. Курица, говядина, конина и многое другое на центральном рынке. Гусарова, 33. На этом наш выпуск завершен. И до встречи на 12 канале.